Всем привет! Сегодня мы с вами послушаем воспоминания младшего лейтенанта Крупенникова, который воевал весной в 1942 году в 135-й стрелковой дивизии. Также мы с вами откроем еще одну страшную страницу этой по-прежнему для нас неизвестной войны. Поговорим о боях за город Белый, которые велись с весны 1942 года по весну 43-го года. Этот небольшой городок полит щедро как советской, так и немецкой кровью. Город Белый был одним из краеугольных камней битвы за Ржев. Город Белый и Бельский район пережил тяжелую оккупацию во времена Великой Отечественной войны. Более 30 тысяч советских солдат и офицеров погибло в боях на Бельской земле. Белый стал важной точкой в Ржевско-Вязьминской операции, которая получила название «Марс», и проведение которой было поручено двум фронтам Калининскому и Западному. В ночь на 25 ноября 1942 года войска 6-го Сибирского добровольческого корпуса и 1-го механизированного получили приказ о прорыве вражеской обороны. Они составили ударную группу прорыва 41-й армии Калининского фронта. В 8:30 утра 25 ноября начались артиллерийские подготовки, продолжавшиеся полтора часа. Плотность артподготовки составила до 70 орудий и минометов на 1 км фронта прорыва. В 10:00 атака. В бой пошли пехотинцы, сибиряки, поддерживаемые танкистами. Штурмом был взят мощный оборонительный узел у деревни Сверкуны, где рукопашные бои шли в траншеях и блиндажах противника. Сходу атаковали деревню Клементино, также превращенную немцами в оборонительный узел с дзотами и вкопанными в землю танками и минными полями. У деревень Шипарева и Дубровка, где немцы оказали упорное сопротивление частям 6-го корпуса, с задачей до прорыва в бой был введен 1-й мехкорпус. На Клемятина и Орешино по центру шла 35-я мехбригада, 65-я танковая Емельянова, Шипарева, Мазуры. На Дубровку и Тараканово по левому флангу шла 219-я танковая бригада. Бои были непрерывными. Только при штурме деревень Сверкуны, Черепцы, Дубровка, Клемятево погибло около 10 тысяч воинов-сибиряков. Именно тогда у реки Вишенки с господствующими холмами за южным ее берегом и получила свое название «Долина смерти», а немцы окрестили ее «Долиной ада». Давайте узнаем, с чего же началась та «Долина ада». Давайте послушаем лейтенанта Крупенникова. С утра 4 апреля 42-го подразделения после завтрака развернулись в боевой порядок и перешли в наступление. Наш полк получил задачу атаковать опорный пункт противника и овладеть деревней Глинцево. 173-й противотанковый дивизион 2-й и 3-й батареям совместно с 396-м и 497-м полками должны были овладеть рубеж в 600 метров восточнее Воробьева. Вести наступление было сложно. Глубокий снег, бескрайние лесные массивы, болотистые топи, холодные ночи, плохое питание. Передвигались по-пластунски, под звуки трассирующих пуль, авиационной бомбежки. Немцы не любили воевать ночью. Весь средний наш состав нашего полка был одет в офицерское обмундирование. В первом же бою за Глинцево был ранен командир нашей 5-й роты. К сожалению, забыл его фамилию. И убит политрук И.П. Артамошкин. А среди остального личного состава роты к середине дня было около 30 человек. Пополнения к нам приходило мало. Помню, что лишь однажды прибыли выпускники Белоцерковского пехотного училища. А вскоре я сам надел солдатскую шинель, так как мою форму повредило взрывом ручной гранаты. Поэтому вначале мне приходилось ходить в шинели нашего убитого под Глинцево политрука Артамошкина. Но от нее шел такой нестерпимый трупный запах, что я сказал об этом своему бойцу, Десятникову, и он предложил отдать шинель ему, а я с этого момента надел солдатское обмундирование. Был у меня во взводе еще один красноармеец Зайцев. Перед одной атакой он обратился ко мне, мол, не могу я больше передвигаться, устал. Я его оставил в Залексоновском лесу, а когда вернулись, обнаружили бойца умершим. Наиболее вероятно, что он скончался от истощения. Был еще один случай. Ко мне обратился мой красноармеец со словами, что ему нельзя вечером идти в атаку, так как будет убит. На это я ему ответил: «Ничего, пойдешь за мной». И боец, двигаясь за мной в ходе атаки, как нитка за иглой, как ни странно, остался в живых. Во всяком случае, в этом бою.
В дальнейшем все боевые действия полка велись к овладению Большаком Смоленск, Белый, с целью блокирования частей 246-й пехотной дивизии противника, находившейся в городе Белый. Бои шли с непрерывным успехом. Подразделения ожесточенно дрались за каждый населенный пункт. Глинцево, Воробьево, Полянова, Бор, Лосьмино, Цигуны и другие, а также за высоту 216,81. Всего высот с таким названием было две. Одна в полосе 396-го полка, первая, севернее Бора, а другая, вторая, юго-восточнее этой деревни, в полосе 497-го полка майора Логинова. Наступать было очень тяжело. Обилие болот, резко переменчивая лесистая местность. Почва буквально ходила под ногами. Мы не вылезали из болот ни днем, ни ночью. Не случайно нашу дивизию именовали болотным соединением. Определенной цели в начале апреля мы достигли. Активные действия дивизии вынудили противника перебросить часть сил, предназначенных для действий на главном московском направлении. Боевые действия проходили в сложных климатических условиях в весенней распутице, что отражалось на темпах наступления. А использование противником танковых подразделений и авиации создавало на отдельных направлениях в его пользу превосходство в силах и средствах. Из-за этого, что местность для техники была непроходима, нам иногда приходилось наступать без танков, артиллерийской подготовки, ходить в атаке лишь за счет ружейно-пулеметного огня. За первые 10 дней боев только раненых через медсамбат прошло 1245 человек, не считая убитых, попавших в плен и пропавших без вести. О случаях дезертирства, сдачи в плен, членов вредительства мы понятия не имели. Немцы разбрасывали много листовок, которые касались Москвы, Сталина, которого изображали кормчим за штурвалом тонущего корабля. Местные жители их использовали вместо обоев. Командир 173-го отдельного противотанкового дивизиона, капитан Григорий Григорьевич Мисюра, по оценке сослуживцев, командовал хорошо и со своими задачами справлялся успешно. В этом заслуга как его самого, так и командиров огневых батарей. Дивизион для нас, пехотинцев, всегда был первой обороны, постоянно находился в боевых порядках стрелковых подразделений. Где помочь, где вытащить, куда дать огонь. У нас с ним было постоянное взаимодействие, всегда помогали друг другу и совместно прогрызали оборону противника. В бою за Воробьёво я командовал ротой, которая в ходе ночного марша после преодолевания по пояс в воде разлившегося ручья в одном бою атаковала вражеский опорный пункт, уничтожив два дзота и заняла окопы и блиндажи противника. Не выдержав стремительного удара, немцы в панике бежали. Выполнили мы эту задачу без потерь. В этом бою я был ранен, но не покинул своего подразделения. Санитар забинтовал правую окровавленную ногу. С рассветом противник перешел в танковую атаку. Некоторые бойцы дрогнули, бросились бежать и были расстреляны и раздавлены танками. Но артиллеристы противотанкового дивизиона не растерялись, дав врагу достойный отпор. Два немецких танка были подбиты, а остальные отошли. У них, противотанкистов, было разбито одно орудие, расчет погиб. Я лично обязан им своей жизнью. До моего окопа танк противника не дошел буквально 5 метров и был ими подбит, а второй повернул обратно. В моем наградном листе написано следующее. 19 апреля 42-го во время боя с немецкими захватчиками в районе северо-восточной деревни Воробьёво Крупейниковым, личным примером увлекая бойцов вперед на засевших в блиндажах захватчиков, первым ворвался на передний край обороны. Огнем своего подразделения подавил блиндаж противника, где находились две огневые точки, и лично истребил не менее 15 немецких солдат и офицеров. Не ограничившись представлением к награждению орденом, командир полка подполковник Найдышев Павел Николаевич направил моим родственникам благодарное письмо, в котором в частности сообщил, руководя в бою ротой, он шел впереди бойцов и увлекал их за собой, первым ворвался в оборону противника. За проявленное мужество и отвагу товарищ Крупейников нами представлен к правительственной награде Ордену Красной Звезды. К немцам у нас была большая ненависть, слишком много горя они принесли нашему народу. Но боевого умения еще не хватало, науку побеждать мы осваивали в бою. Бои были тяжелыми, сложными. За первый месяц из командиров взводов остался в строю я и лейтенант Бармин, а потом погиб и он. Из моей роты в памяти остались
лейтенант Грабоев, парторг роты Маслов, рядовой Зайцев, Десятников. Запомнился еще командир 1-го батальона 497-го СП Николай Коптяев. В его батальон я попал после излечения в Читатах и командовал 1-й роты. Текучесть личного состава была большая, не успевали часто даже знакомиться с прибывшими пополнением. То же самое и с командным составом. Хочу отметить большую роль политруков. Не прав писатель Астафьев, утверждавший, что политработники только и делали, что митинговали. Они тогда воевали так же, как и командиры, в первых рядах. Во всяком случае, ротное звено. Я как командир всегда согласовывал с политруком роты наши действия перед боем. Первый наш политрук, Артамошкин, был убит во втором же бою под деревней Глинцево. Там же он и был похоронен в воронке от разрыва снаряда. Второй политрук был ранен под деревней Воробьёво, но остался жив. Я его лично эвакуировал в тыл. Старший политрук Пономарёв или Раздобудько, уже не помню, тоже был ранен и вынесен с поля боя санитарами. По боевому уставу пехоты командир должен быть всегда впереди. Исходя из этого требования, у нас были большие потери в командном составе. Напрасно некоторые лица распространяются о 100 наркомовских граммах, выдаваемые якобы для храбрости. В нашем 2-м стрелковом батальоне выдали после первого боя по 100 грамм водки для снятия эмоционального напряжения и больше не выдавали. Наш командир батальона этим делом стал злоупотреблять. Его еще в середине апреля 42-го отстранили от занимаемой должности. На войне все гладко не бывает. Весной было плохо с питанием, из-за распутицы не было подвоза продовольствия. Бывало на день лишь по 2 сухаря доставалось. Иногда бойцы варили и ели даже лошадиную кожу. Люди изнашивались, уставали, болели. Но моральный фактор нашего солдата трудно переоценить. Солдаты, офицеры были выносливы, непритязательны, в трудных условиях приспосабливались. Им помогала русская находчивость, а также желание воевать, победить и выжить. Безусловно, те, кто довел войска до такого состояния, были наказаны и сняты с занимаемых постов. Пример халатного обеспечения войск вошел в учебник по тыловому обеспечению на Калининском фронте. Мне пришлось услышать об этом однажды на лекции, будучи слушателем военной академии имени Фрунзе. Следующий кровопролитный бой начался 21 апреля в недалеке от деревни Демяхи. Моя рота занимала рубеж на безымянных высотах западнее Демяхи, когда была атакована гитлеровцами. Впереди шло 5 танков с пехотой. Я приказал открыть огонь из стрелкового оружия по вражеской пехоте и отсечь ее от танков, а по бронированным машинам, полученным недавно ротой ружейными противотанковыми гранатами, называемая «сердючка», выстреливаемые из винтовок на дальность 60-70 метров при помощи холостого патрона. Но винтовочные гранаты оказались крайне неэффективным оружием при борьбе с бронированными целями. Из них весьма редко удавалось попасть по целям, но даже в случае попадания они были почти бесполезны. Тогда я помог выкатить на прямую наводку два 45-миллиметровых орудия, подбивших вскоре несколько вражеских танков. В этом бою я был вновь ранен пулей, на этот раз в нижнюю треть живота, и на военной двухколке был отправлен 138-й отдельный медицинский санитарный батальон. В последующем мне пришлось участвовать в бою на высоте 216.8, вторая, возле деревни Бор. Туда я прибыл 26 апреля. В госпиталь пришло распоряжение комдива выписать тех, кто мог держать в руках оружие. Меня направили в 497-й полк, и вскоре я уже доложил о прибытии командиру 1-го батальона Кольке Коптяеву. Именно так представился мой новый непосредственный начальник. А в руках у него при этом был немецкий пистолет-пулемет МП-40. Комбат был всего лишь лейтенантом, приказал принять 1-ю стрелковую роту. И я сразу лег за станковый пулемет «Максим» отражать очередную атаку, так как пулеметчики все были выбиты. Поддергивая ленту через приемник, подпускал фрицев поближе и нажимал на гашетки. Немцы сразу залегли, затем начали отходить. В роте личного состава оставалось человек 15, остальных уже всех покосило. 2 дня наш батальон дрался на высоте с отметкой 216.8 у деревни Бор. Немцы потеряли в этих боях немало живой силы и техники и были вынуждены отойти на исходные позиции. С потерей выгодного рубежа они не смирились и систематически продолжали наносить удары авиации, проводили налеты артиллерийским и минометным огнем.
30 апреля дивизия была вынуждена перейти к жестокой обороне на рубеже Горюны, юго-восточная опушка Залексоновского леса, где мы отражали атаки врага в течение 15 суток. Особенно сильный оборонительный бой разгорелся 1 мая. На рассвете услышали нарастающий гул двигателей немецких танков, сопровождаемый пехотой. На бомбежку заходили самолеты. Казалось, никто не устоит, но выдержали. Даже раненые не покидали поле боя. 3 мая во время очередной вражеской атаки я был тяжело ранен. После тяжелого множественного ранения левого бедра, предплечья и кости левой руки, мне промыли раны, наложили повязки. Когда снимали шинель, осколки сыпались как горох и стучали о пол. Один осколок угодил в комсомольский билет. В дальнейшем я был эвакуирован в тыл через Иллино, Старую Торопу, Торопец, Ржев, где проходил лечение в полевом подвижном госпитале. Затем в Калинин, позже доставлен для лечения в город Горький. Ржевскую битву часто называют Малым Сталинградом, ведь потери в личном составе в ходе нее были значительно больше, и по времени она продолжалась дольше, чем оборона города на Волге. Заслуга Ржевской битвы огромна, и не случайно этот населенный пункт назван недавно городом русской воинской славы. Под Сталинградом боеприпасы возили вагонами, а под Белым их давали на орудие по одному снаряду в день. В мае 42-го наша дивизия была переброшена на рубежи реки Обша, севернее Белого, где она продолжала вести тяжелые бои. После окружения, в которое 135-я попала в июле, дивизия была выведена в резерв фронта. За проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими оккупантами командующий Калининским фронтом генерал-полковник Конев командиру дивизии и всему личному составу объявил благодарность. Вновь вернулась 135-я на Бельскую землю в марте 43-го и участвовала в полном освобождении Бельской земли от оккупантов. Из воспоминаний младшего лейтенанта 135-й стрелковой дивизии Д.А. Крупейникова. Как много мы еще не знаем, как много еще только предстоит узнать, вспомнить, осветить. Не понимаю тех, кто говорит, что нужно вычеркнуть прошлое, и все это уже былью поросло. Нет, не поросло, там наша история, там наша слава и наша боль, там люди умирали. Друзья, а у нас на сегодня все. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик и обязательно ставьте лайк. Все, до скорой встречи, пока.